должны действовать из тени. Профессор доверил нам свои мечты. Неважно, какие мрачные будут времена. Мы должны верить друг в друга. Ко мне, люди Икс. Люди Икс 97. Здрав будет, народ. Я кинокочевник, и это мое всего лишь мнение. В восхитительное время мы живем. Одни ведут свою киновселенную куда-то, куда сами не знают. Вторые строят новую на костях старой. Третьи вступают в войну белоснежек. А четвертые начали доставать забытые козыри из всех возможных рукавов. Я не стану повторять в очередной раз, что в Disney и его Marvel дела сейчас идут через взрывоопасную часть тела. А потому они вытащили из какого-то старого, забытого, покрытого пылью ящика идею о продолжении мультипликационных шедевров прошлого. И первым в очередь поставили радиоактивных людей. Показ первой серии первого сезона состоялась 31 октября 1992 года. Сериал имел огромный успех. Куча положительных отзывов, высокий рейтинг в списках лучших мультсериалов. А когда ты 9-летний шкет, то ты вообще смотришь на данное произведение как на шедевр. Хотя, если честно, то шоу про Человека-паука мне нравилось куда больше. А кроссовер дружелюбного соседа в нескольких эпизодах своего сериала «С людьми и крестик» и вовсе чуть не взорвал мне башку. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Последняя серия о приключениях Стенолаза закончилась многоточием, а с людьми Хэ обошлись куда менее сурово. Им дали более-менее нормально завершить историю. Анонс о разработке продолжения прилетел как снег на голову в июле, в 40-градусную жару. И я, как и многие когда-то 9-летние мальчишки, смотревшие приключения мутаболов на VHS-кассете, с комом в горле начал ждать выхода самого сериала. А пока он выходил, я перебивался на скучнейшей Дюной 2, Новой Империи и Фэллаутом. Ну и в какой-то момент в мою больную голову пришла идея заново пересмотреть мультсериал 90-х. Я вздохнул, пустил скупую мужскую ностальгическую слезу и начал просмотр. Уже с высоты своего возраста я по-другому начал смотреть на мультсериал 90-х. Мне он показался по-детски наивным и устаревшим. Если честно, я не знаю, стал бы я его смотреть, будь мне сейчас 9 лет. Вот Человека-паука из тех же 90-х, да, что уж грех скрывать. Я и сейчас, будучи 30-летним дядькой, временами его пересматриваю. Мне он кажется несколько взрослее, в отличие от Людей-крестик. Но, тем не менее, я все равно испытывал некоторое тепло при просмотре, как будто ненадолго вернулся куда-то, где я давно не был. А потому я с небольшим волнением и любопытством приступил к просмотру «Людей X-97». Понятия не имею, кто там под этой шкурой, но очень хочу пощупать. Уже даже по заставке видно, что данный мульт создан в наше время. Современная графика, более насыщенный цвет, а музыкальная тема... блеск. Но к ней я еще вернусь. Начну, пожалуй, именно с графики. Ничего нового или прорывного тут нет. Данный мульт следует давно устоявшемуся канону, и сам рисунок прекрасно передает атмосферу происходящего на экране. Смотришь и думаешь, да, это что-то, что давно знакомое, только выглядит свежее. Хотя часть персонажей все же внешне немного изменились. Но они по-прежнему узнаваемы. Например, Джубили теперь имеет больше азиатских черт, как тому следует канон. Бишоп состриг те лохмотья, закрывающие затылок. Шторм или же Гроза сделала себе ирокез. Не буду скрывать, мне ее такой внешний вид никогда не нравился. Она ведь девочка в конце концов. Но я не мог не заметить, что рисунок местами напоминает японское аниме. Одно хорошо, в нем нет моментов, когда лицо персонажа превращается в какую-то каракулю, а на заднем плане происходит черт знает что. Повествование тоже претерпели изменения. Если вы такой же старый пень, как и я, то помните, что одна или две серии – это был один сюжет, а следующие один или две серии – другой. С противниками X-менов то же самое. В данном сезоне этого нет. Один сезон –
одна основная сюжетная линия, плюс несколько дополнительных линий, которые сходятся к концу сезона. И это я считаю правильным решением, так как когда каждый эпизод – это новая история, то ты рискуешь забыть, что было в предыдущей. Сам же сюжет стал куда более взрослее. Если в предыдущих сезонах с главными героями что-то да и случалось, то ты точно знал, что они справятся и все у всех в итоге будет хорошо. В данном случае этого нет. Ты смотришь на то, что происходит, и тебе никто никаких гарантий на хэппи-энд не дает. Тем более, что не во всех эпизодах хэппи-энд был. Сюжет про Дженошу или Геношу чего только стоит. Данный сезон экранизирует или адаптирует некоторые сюжеты комиксов, которые выходили последние лет 20-25. И, соответственно, сюжет про этот остров имеет место в этом сезоне быть. Данная история вышла в начале нулевых, и там было всего-то 3 выпуска. Но влияние этой истории видно на страницах комиксов до сих пор. Если кто не в курсе, то вкратце расскажу. Остров Дженоша в какой-то момент стал самым настоящим раем, домом, пристанищем, убежищем, называйте как угодно, для всех мутантов. Но! Всегда есть но. Благодаря Кассандре Нова, мы с ней познакомимся совсем скоро, 16-миллионное население острова было уничтожено в считанные минуты. Там осталось всего горстка выживших, среди которых Эмма Фрост, которая повторно мутировала в том же сюжете. Я прекрасно знал, что случится на острове, но то, что мне показали в 5-м эпизоде, просто повергло меня, 30-летнего хмыря, в настоящий шок. Наблюдать за происходящим в эмоциональном плане было максимально тяжело. А последствия? Ну, скажем так, я буду по этим ребятам скучать. По одному из них особенно сильно. Думаю, что те, кто смотрел этот сезон, поняли, о ком я говорю. А дальше что? Кракоа? Геноцид на Марсе? Что? Также очень трогательно было смотреть на отдельную арку моего самого любимого персонажа из команды X-Men. Аврора Монро. Она же Шторм. Она же Гроза. Она же Буря. Она же законная королева Ваканды. Сама концепция существования людей и мутантов теперь затрагивается куда чаще, чем это было в предыдущих сезонах, что, на мой взгляд, делало комиксы про людей X, да и вообще самих людей X, очень интересными. Также имеется дополнительная сюжетная линия, которая преподнеслась так, как будто она тянется еще с 90-х. Любовный треугольник между Магнито, Шельмой и Гамбитом. И она, на мой взгляд, самая странная сюжетная линия сезона. Шельма и Магнито в предыдущих 5 сезонах почти не пересекались. Да, было дело, когда они друг другу морду били, но чтобы love story? А тут нам впихнули эту историю таким образом, что типа у них давно эти шуры-муры. Гамбит конкретно обломался. Сколько времени он на Шельму окучивал? Шельме, ну или Роук, сколько вообще лет? Чуть за 30? А Магнето? Полтинник с гаком? Вот он, развратник старый, на молодуху потянуло. Еще и на свою студентку. Ай! Близнецы Максимовы будут в восторге. Постоянно упоминаются эпизоды из предыдущих сезонов, что просто в открытую подтверждает, что это именно продолжение. Вы, наверное, вряд ли заметили, но к своим ролям вернулись прежние актеры озвучки, что тоже идет плюсом в карму создателям. Я вот не заметил, так как смотрел в дубляже. Кстати, о дубляже. Хотелось бы обратиться к студии Flarrow Films, а конкретно к русскоязычному голосу Росомахи. У тебя после озвучки горло не болит, браток? Серьезно, с брутальностью в голосе ты малость перестарался. Ты давай поаккуратней, а то кровью плеваться начнешь, не дай бог. Так как данный сезон – прямое продолжение мультсериала 90-х, то, разумеется, в нем будет весьма внушительное количество камео и гостевых персонажей. Помните, какими были мультсериалы от Marvel в 90-е? Каждый из них – это просто рассадник гостей. Фантастическая четверка, Серебряный серфер, Железный человек, Невероятный Халк, ранее упомянутый Человек-паук, который, наверное, и вовсе считается рекордсменом. Ну и сами радиоактивные люди. А потому нарушать традицию и тут никто не стал.
Блин, одно из камео заставило меня пищать от восторга. Причем дважды. Музыка теперь стала куда разнообразней. Даже основная музыкальная тема немного изменилась. Мне новая версия кажется более эпичной, с добавлением электрогитары или что-то типа того. Да, основной мотив прежний, но он адаптирован под сегодняшнее время, с добавлением электроники. Разве нет? Просто я не музыкант, и слух у меня такой себе. Но в целом, эта интро временами заставляла слезы на глазах наворачиваться. Ну и в голове голос Леонида Вениаминовича звучал. Радиоактивные люди! Что же скажу в итоге? Я ожидал, что он будет неплох. Но я не ожидал, что он будет настолько неплох. Невероятно эпичен. По сравнению с предыдущими сезонами, куда более серьезный. По первым кадрам не сразу видно, но чуть дальше замечаешь, с какой теплотой, заботой и уважением создатели относятся к проекту. Да, добавилась своя стилистика, однако ты узнаешь то, что до дыр засматривал в детстве. Я словно встретил старых друзей, которых давно не видел, и чертовски по ним скучал. И при встрече сразу их узнал, словно услышал их рассказы о том, что с ними произошло за последние 27 лет. И не знаю, как вы, а я теперь с нетерпением жду следующей встречи. И уж не знаю, как вы, а я однозначно не буду говорить «Люди X97». Я буду говорить «Люди X 6 сезон». Всем пока!